Справочник графиков работы вызывается с помощью пункта «Графики работы» – меню предприятия. В открывшемся окне нажмите на кнопку «Действия» и выберите пункт «Добавить». Вам будет предложено задать параметры нового графика работы. В поле «Тип графика» задайте тип графика работы «Пятидневный». Далее задайте объем рабочего времени за неделю и уточните время начала дневных – вечерних и ночных часов. После этого в список расписания работы добавьте рабочие дни и укажите время работы в течение дня. Для этого щелкните в поле списка правой кнопкой мыши и выберите пункт «Добавить» контекстного меню. Затем выберите день недели и укажите начало и конец рабочего времени. Если в рабочем времени присутствуют перерывы, то каждая часть рабочего времени добавляется в список отдельно. Выходные дни в список не добавляются. После этого необходимо выполнить заполнение календаря. Для этого выберите год, за который надо заполнить календарь, и нажмите на кнопку Заполнить. Для окончания редактирования нажмите на кнопку ОК. Изменить параметры графика работы. Можно при помощи пункта изменить меню действия.